Премьер-министр рассказал, что ждет план Израиля по применению суверенитета в ходе собрания Ликуда. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что он не дает план Израиля по применению суверенитета в некоторых частях Иудеи и Самарии до голосования правительства в ближайшем будущем. Нетаньяху сказал, что хотя министр обороны Бенни Ганц и министр иностранных дел Габи Ашкенази высказались в поддержку планов аннексии долины реки Иордан и блоков поселений, их взгляды на остальную часть плана остались неизвестными.